Мероприятия в честь 705-летия подвига Михаила Тверского продолжились в городском саду. Там состоялась церемония возложения цветов к поклонному кресту. На ней присутствовали школьники, депутаты, представители духовенства и горожане. К собравшимся обратилась заместитель главы администрации Твери Людмила Хоменко. Нужно помнить нашего небесного покровителя. Нужно помнить героев Великой Отечественной войны. Нужно понимать, какой ценой дается бой за нашу веру и за наше Отечество.